тот самый случай кайфа такого, когда ты покушал, а тебе хочется не спать, а что-то делать. Еда тебя оставляет так, что как будто ты, не знаю, как будто ты просто только что выспался, в бассейне поплавал, спортом позанимался. Расскажи вам что-нибудь про душу. Что вам рассказать про душу? Это, наверное, самая главная тема для человека. Про душу. Я с доченькой разговариваю про душу, все время ей говорю. Я говорю, знаешь, самое главное – это твоя душа. А что такое душа, мам? Я говорю, душа – есть твое физическое тело, а есть частичка энергии внутри тебя, которая одухотворяет твое физическое тело. Это называется душа. Она будет жить бесконечно, она может жить вечно, если ты будешь правильно себя вести, если ты будешь хорошие, правильные вещи делать, если ты будешь любить, если ты будешь прощать, если ты будешь жить так, чтобы душа твоя росла. Я говорю, вот когда твое физическое тело умрет, то твоя душа отсоединится и уйдет из этого физического мира и будет дальше жить. Мы с ней разговариваем так про душу. Так, мне тут про Бузову все пишут. Ребятки, я в Милане. Бузова, собачка, пролетела в Монако, ужинает там, и даже мне не сказала, что она в Монако. Но я улетела в Милан, уехала в Милан, поэтому я бы так и так ее не увидела. Вот. Если она там будет еще в понедельник, то в понедельник могли бы увидеться. What am I saying? I was talking about our souls. Someone asked me, tell me, what do you think about the soul? And I was telling them that I speak to my daughter about it. And I tell her that she has a soul. And she asked me, Mama, what does a soul mean? And I tell her that we have a physical body. And we have a soul, which is pure energy inside of you, which makes your body alive, not in a physical way. And I say, when you leave this world, that soul is gonna disappear. I mean, your body is gonna disappear, sorry, and your soul is gonna live forever. But for that, you have to treat yourself well and treat people well and live in the way that your soul is gonna grow and you become wiser, better, you forgive, you love and all that stuff. Так, что еще? Что у меня выводит из себя? У меня вот из себя, когда люди не покупают мне дорогу, да, когда я еду по, ну, на скоростной трассе, и они не покупают мне дорогу. Но я себе говорю, так, тихо, спокойно, вибрации уходят. То есть я не вывожусь, меня это выводит, но я не вывожусь. Вот. А еще меня выводит из себя, когда люди в общественных туалетах оставляют туалет после себя нечистым. Это меня тоже выводит из себя. Вот. Я думаю, боже мой, какие люди нехорошие. Такие мысли не обращают. Вот. Я сейчас покушала в сыроедческом ресторане. Это просто нереально. Я летаю. Я по-настоящему летаю. Такое ощущение потрясающее. Передаю вам всем привет. Огромный. Привет тоже вам. Салам. Салам вам всем. Выпила свекольный сок. Выпила джинджер шот.
из имбиря шот. И такое ощущение, что я не знаю даже как зарядилась буст просто энергии, сил. Вот, как у вас дела? I can read Chok Güzel, thank you. That's the only thing I understand in Turkish, Chok Güzel. Да, музыка хорошая. Красноярск семинаром. В Красноярске мы не были, да, с семинаром? В Краснодаре были, да, в Красноярске не были. Но сейчас первый семинар у меня будет 1 июля в Москве. Ну, как не первое, очередное, но этим летом первый. Потом я сделаю в Петербурге, может быть, через неделю после этого. А Красноярск, ну, посмотрим. А, у меня был... А, в Краснодаре, да, был, не в Красноярске. Я вас тоже люблю очень. Спасибо. Я не одна, почему? Со мной 2500 человек. Не одна. На какую тему будет семинар в Москве? Мы будем говорить о жизни, будем говорить о смерти, мы будем говорить обо всем, о постановках целей, о нашем эго, как оно нас имеет, как оно влияет на нашу жизнь. Мы будем говорить обо всем, абсолютно. Japan, how are you? I've never been to Japan. I would really want to go there. I think it's so beautiful. Like, it's two places on earth I would love to go, Japan and Australia. Yeah. Сколько языков я знаю? Английский, русский, испанский. И начала чуть понимать французский, кстати. Говорить пока не могу, но я начинаю понимать. Привет, Чечня не спит. Привет. Сейчас я спрошу, как сильно вы сейчас мой такси is here, almost here. Hello, how are you? I was in England recently. I just came back. I'm in Milano now. Я дочку не крестила. Для меня религия это немножко другое, чем, скажем так, церковь. Я верю в Господа, это даже не обсуждается. Верю во Всевышнего. Yeah? Perfect. Okay, thanks. Вот, но как бы это все здесь, в моем сердце. В моей душе. Я в Милане. Я сейчас в Милане, приехала в Милан. Завтра хочу побродить по магазинчикам, пока у меня есть выходной. Завтра дочурка моя приезжает, возвращается, она у папы сейчас, Марбелли с папой. Вот, а я пока решила, пока у меня есть время, съездить в Милан, что-нибудь купить красивое. На Викторию Боню похоже. Спасибо. Это за комплимент. Еще детей хочу, конечно. Еще хочу как минимум троих. Thank you. Lovely smile. Эмочка, ты здесь, моя любимая. Да, мы все верующие люди, это правда. А мне недавно приснился сон, что я приняла ислам. Я им рассказывала. Это был такой явный сон. И приняла ислам, знаете где? Боже, именно там мне эта мысль пришла. Мне приснился сон, что я приняла ислам в Абу-Даби. Шейх Заид, вот этот, который построил мечеть вот огромную. Вот этот ковер там, который они ткали одним писом, как одно целое. Вот. И
Да, так что это был нереальный сон. И как будто повязали мне платок. Я еще думала, почему мне имя другое не дали? Вроде как там должно это имя дать, но это был, конечно, невероятный сон. И когда я приняла ислам, было такое было ощущение, что вокруг меня был такой серебряный свет. Серебряный вот такой свет. Я не знаю, это был какой-то такой вот, как сказать, эмоциональный сон, очень яркий. Yeah. Thank you so much. Time to go. Sadly, no working tomorrow because I'm going back to Monaco tomorrow. Okay. Yeah, but next time when I'm here, I will definitely go come back again. Yes, you're welcome. Нереальное место, я всем рекомендую. Thank you so much. Yeah. By the way, let's get the. Can I get the box of that as well? Yeah, this is the for you. So these are all the juices plus more juices. I want to buy that too. Oh yeah. Okay. Yeah. Смотрите, здесь можно купить вот все, можно купить. Yeah, this one. I'll take it too. So, you don't have that, no? To go. No, it's finished. All right. Okay. Yeah. So we have a. This is a espresso flavor. It's fine. Okay. Or. I want a big one. Yeah, big really one. I've just this. Yeah, finish okay? This quickly. Yeah, yeah. Okay. Thank you. Все съели, понимаете? Все съели. Все, что было, все съели. I have a card, yeah. Cash? No, card. Yeah. Card is fine or are you closed? I don't have cash though. Yeah, because we just, okay. It's fine? Thank you. Какой, вы про что, ты про что, Эвочка, пишешь, про какой монтаж? Что вы там говорите, про какой монтаж? Сколько уж про меня намонтировали всего, поверьте. Вот что есть здесь. Ginger flavor. А, это бустеры. Lemon raspberry. So here I put also another two juices more. All right. Inside and also almond milk. Oh, nice. That's good. So tomorrow I'll take it. Thank you so much. Thank you so much. Я голодный завтра. Они здесь классно, они здесь давно работают. Я сюда хожу сколько? 2 года? И они здесь работают уже, наверное, года 2. Классные очень ребята. А это сзади меня, это шеф, который придумывает эти все блюда невероятные. Который в Лос-Анджелесе изучал. Изучал. Thank you. It was really, really lovely to see you again. Okay, guys. Peace, peace. Love you too. I gotta